Ну, я думаю, очень многие здесь в зале знают, что третью песню я всегда пою в памяти тех, кто ушел на последнее задание. Сегодня я в первую очередь хочу посвятить эту песню двум капитанам. Это летчики 72-й гвардейской авиационной базы авиации Балтийского флота. Капитан Юрий Медведков и капитан Юрий Копылов. Ровно месяц назад, 10 октября, они ушли на своем бомбардировщике Су-24 на свое последнее задание с авиабазы Хмеймим. Воздух августом разбавлен, обратились до чербекства. Под завязку я заправлен, и подвешены все средства. И для птиц сирена воет. Опустили компаниры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время чая на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где там небеса? Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалей керосина, я облицеваю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Нам острит огнем и громом отрезается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смелость. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто селетополен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом. Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, путь мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся.
Если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, ты тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Юрий Медведков и Юрий Копылов. Я бы не сказал, что они там молодые ребята, но когда уходят летчики, они всегда молодые, конечно. Я уже говорил, что они 72-й гвардейской авиабазы, это Черняховск, Калининградская область. Парни у меня были на концерте, я их помню. Это был конец 2015 года, даже дату помню, Рождество по католическому стилю, 24 декабря. Как бы Рождество на 25 декабря, такой своеобразный был, помню, концерт, потому что шли ночные полеты. Командир полка, авиабазы, Витя Литвинов, мой очень близкий, хороший друг, и он говорит, спой. А мы в это время в командировке были от НТВ, работали у пограничников в Калининградской области. Я в командировке без гитары практически не езжу. Вот они меня туда увезли. И вот я помню, что окончание полета в 11 час. Там клуб такой, вот потолок ниже, чем здесь, немцы построили еще, когда это Кенигсберг был, наверное, где-нибудь 30-й год. Он почти не отапливается. И тут еще и аппаратура накрылась. И вот я помню, они сидят все в зимних куртках, а я в этой рубашке. Вот, если бы не кружка коньяка от командира, то не знаю, как бы этот концерт прошел, потому что без микрофона и так далее. Вот, есть что вспомнить.